Всем привет! Получила свой очередной заказик, неполный, частичный, накладные, как обычно, приходят пакетики. В этот раз в каталоге у нас все разные обложки. Так интересно, смотрите, суть одна в них, но разные обложки. Так, я вот пока увидела две, еще не разбирала заказ. Так, это такая же. Заказы я даю своим клиентам. У меня, похоже, больше красненьких получается. Каталог такие толстенькие. Каталог, между прочим. Девочки, мы же любители смотреть журнальчики глянцевые, да? Смотрите, какой он толстый. Двести с лишним страничек. Мне больше красных пришло. Так, что здесь у меня? Здесь у меня женские витаминки. Это у меня по подписке. Четвертый шаг у меня будет бесплатный. Это детские витамины. Вот это у нас такие наборчики уже новогодние. Можно приобрести за 100 с небольшим рублей. Это крем для рук. Wonderland. Ой. И мыло. Распаковывать не могу показать, потому что себе пока такой еще наборчик не брала. Это под заказ. Два наборчика. У меня такой был экспресс-заказ пока что по клиентам и себе подписки, поэтому... О, кстати, это украшение пришло. Я взяла это с 50% скидкой. Сейчас распакую, покажу. Так, что еще у меня здесь заказали? Вот такую маску. Многоразовая маска. Она одевается поверх наложенной вами маски кремовой, например, да? Нанесли маску, сверху вот такая одевается масочка и... способствует тому, чтобы кремовая маска, которую вы нанесли, она наиболее глубоко проникла в более глубокие слои кожи, ну и, в общем, более эффективно поработала. То есть это многоразовая такая вот штука. Это новиночка в компании. Еще мне заказали вот такой массажер для глаз с таким вот он роликом. Тоже это новиночка. Так, так, что еще? А здесь... я тоже не буду распаковывать. Это... нет, может быть, получится мне распаковать. Нет, я боюсь порвать коробочку, потому что это под заказ. А здесь кисточка. Такая вот выдвигающаяся кисточка для пудры или для румян. Это что-то не помню, честно говоря. Здесь тушь из серии Giordani Gold. Это тоже такая серия. Не дешевая, скажу так. Ну, хотя, в принципе, все туши в компании классные. Какую не возьми. А вот это у меня заказали Giordani Gold Essenza Sensuale. Это парфюмерная вода, которая наносится такими капельками 30 мл. Поэтому здесь немного. Миллилитров немного. Она, расход у нее небольшой, но очень вкусная. Я вот сейчас тоже начала ей пользоваться именно в такой же холодный, морозный период. На период осени-зимы она прям самый-самый то. Я не знаю даже, как описать ее аромат. У меня почему-то это ассоциация какого-то шампанского с медом. Вот не могу объяснить, почему такие я чувствую. Ну, ассоциации вот у меня такие какие-то волшебные. Именно праздничные, что ли, какие-то. И давайте смотреть. Так, сейчас, если у меня получится одной рукой. У меня тут, наверное, запечатано, да? Я взяла украшение. Так, давайте я сейчас открою и продолжим. Я начала уже здесь выдвигать. Хочу вам показать, как это все упаковано. Тоже можно, кстати, на батарочке заказывать украшения. И вот здесь вот как открытку подписать. Есть такое белое пространство, да, для того, чтобы вы могли сюда что-то написать. Или, может быть, даже нарисовать. У кого есть способности к этому, да. Дальше у нас такая коробочка. И здесь у нас... что-то упаковано. Так, сейчас посмотрю дальше. Дальше мне понадобилось тоже поставить видео на паузу, чтобы распаковать. И здесь вот такие вот украшения. Смотрите, какие они здоровские. И даже если мы будем смотреть по каталогу, это менее 1000 рублей.
На самом деле смотрится очень круто с таким камешком, который похож на драгоценный. Но это не драгоценный камень, но смотрится очень классно. И еще такой нюанс. У меня уши не принимают ничего, кроме серебра и золота, но здесь специальное покрытие у компании Reflame, и я спокойно могу носить бижутерию от компании. Так. У нас подвесочка такая, и вот такие вот серьги-гвоздики, как видим. В общем, будем мерить.